Здравствуйте, ребята. Кто подписанный на наши каналы, вот тот знает, что это такое. Вот, а кто не подписанный, подписывайтесь, тоже будете знать. Значит, я только что рассказывал на том канале про вино из яблок, сидр так называемый. Здесь вот я добавлял воду, там что делал, следите, смотрите предыдущие видео. А вот этот сок мы сделали чистый и без воды. Это сидр без воды. Он тоже бродит. Он попозже, вот видите, какие. Даже, наверное, сейчас будет слышно. Ну-ка. Слышно? Шумит, плющит. Там бродит. Ну, еще пускай по бутыли постоит, потому что более активное брожение, чем там. Там я уже он перелил в это. Буду потихонечку сокращать. С осадка снимать и сливать в бутыля отдельно, чтобы чистенький был. Ну, а это, значит, пускай еще бродит это. Я же говорю, что это без воды. Ну, а потом когда-то будем сравнивать. Ну, ребята, кому интересно, оставайтесь на канале, следите за следующими видео. А пока вас благодарю всех за внимание. До свидания.